Однажды ты просыпаешься и понимаешь, что мир, в котором ты живешь, изменился навсегда. Ты осознаешь, что уже поздно что-то менять и уже ничего не вернуть. Мы жили и не задумывались о том, что человек не может все время идти против природы. Ученые открыли способ изменить погоду, сделать ее лучше, комфортнее. Они построили специальные установки. Это был рай на Земле. Но беда в том, что однажды пошел снег, который уже не прекращался никогда. Колония 5, ответьте! Прием! Что случилось? Сигнал СОС от наших соседей. СОС? Если кто-то нас слышит, повторяю наши координаты. Несколько часов назад мы получили сигнал бедствия из пятой колонии. Нужно проверить, что произошло. Нам бы о себе позаботиться, Брикс. Ты подвергаешь опасности всю колонию. Это ведь не ты пока здесь главный, верно? Я сам поведу отряд спасателей. Смотрите под ноги. Что здесь произошло? Не похоже, чтобы нас здесь кто-то ждал. Мы из колонии 7 пришли помочь. Они ушли? Кто? Живые еще есть? Это как сказать? Господи. Уходим! Уходим! Помогите! Они всех убили. И теперь идут сюда. Это голод. Он сводит их с ума. Ты привел их прямо к нам. Не спеши, патроны еще пригодятся.